Этот фильм только о 10 днях. Днях, которые навечно запомнятся всем участникам декады киргизского искусства и литературы в Москве. Москва – центр мировой культуры. И нет нигде более благодарного и взыскательного зрителя, чем в Москве. Сейчас уже можно признаться, мы очень волновались, подъезжая к Казанскому вокзалу. Что нас ждет? Столица нашей Родины. Еще вчера здесь лил дождь и стояла хмурая осень. А сейчас, словно вместе с нами, пришло сюда тепло долин Киргизстана, ясность и прозрачность Тяньшанских гор. Сердечной и радостной была встреча на московской земле. Снова, как и 2 десятилетия тому назад, мы почувствовали в крепких рукопожатиях тепло сердец и неподдельную любовь верных и добрых русских друзей. Со словами привета и пожеланием успехов выступили министр культуры Союза СССР Михайлов. Народный артист Союза СССР Свешников. Со завода «Каучук» Бадаева. От имени гостей народный артист Киргизской ССР Аманкул Куттубаев поблагодарил москвичей за братский и душевный прием. 40 голубых экспрессов разместили свыше 1000 участников декады. И когда первые автобусы поравнялись с гостиницей «Москва», последние еще только трогались от Казанского вокзала. Если на первой декаде афиши Москвы извещали о спектаклях лишь одного музыкально-драматического театра, то в нынешней декаде участвуют артисты оперы и балета, филармонии, киргизской драмы и русского драматического театра, писатели, художники и самодеятельные коллективы. 14 октября 1958 года. Настал долгожданный вечер. И как принято среди добрых друзей, творческую удачу своим киргизским собратьям по искусству пожелали прославленные мастера советской сцены. Сергей Яковлевич Лемишев, Галина Уланова, Галина Вишневская. Сегодня московская премьера оперы «Токтагул» композиторов Власова, Молдыбаева и Фере. И в стенах театра, где звучали неповторимые голоса Шаляпина, Собинова, Неждановой, поет сейчас арию Токтагула сын киргизского чабана Артык Мырзабаев. Опера о Токтагуле Сатылганове, основоположнике киргизской литературы, встретила сердечный прием у московского зрителя. А в колонном зале Дома Союзов в Москве встретились с продолжателями талантливой поэзии Токтагула, киргизскими поэт, прозаиками и драматургами. Литературную часть декады открывает писатель Всеволод Кочетов.
Секретарь Центрального комитета Компартии Киргизии Казакбаев рассказал о роли нашей литературы в деле воспитания народа и коммунистического строительства. Выступления киргизских поэтов по традиции начали ученики Токтагула, народные акыны Алымкул Усенбаев и Арсманкул Балетбалаев. Новые стихи о своем поколении и душевном богатстве наших современников прочли киргизские поэты. Около 200 новых книг во всех жанрах литературы привезли на декаду киргизские писатели. Эти книги можно увидеть на выставке в Государственной публичной библиотеке имени Ленина. Киргизский народ, творец гениального устного эпоса «Манас», до революции лишенный письменности, создал за годы советской власти свою самобытную литературу, взрастил талантливых прозаиков, драматургов, поэтов. Ежегодно тремя издательствами Киргизии издается около 6 миллионов книг и журналов. И этот могучий поток книг на родном языке. Шекспир и Пушкин, Лусини и Навои, Горький и Токтагул. Всем этим бесценным сокровищам открыла доступ в киргизский аил великая партия Ленина. Ленин, всю безграничную любовь нашего народа принесли мы сюда. И как символ неувядаемой любви всегда будут пламенеть цветы у подножья мавзолея. Ленин, он живет в наших сердцах, в наших делах, в нашем искусстве. 1919 год. Кабинет Ильича в Кремле. В роли Ленина народный артист Киргизской ССР Казаков. Английский писатель, заслуженный артист Киргизской ССР Крамер. Страна, испускающая смертельный крик, а вы мечтаете дать ей электричество. Вы странный мечтатель, мистер Ленин. Приезжайте к нам через 10 лет. Да? Но будете ли вы через 10 лет? Будем. Приезжайте и убедитесь, что будем. Да-да, я мечтатель. И вообще, мне кажется, что мы навеки. Если так, тогда скажите, почему вы верите и мечтаете? Ведь вы же рассердитесь. Скажите, что это красная пропаганда. Я верю в рабочий класс, а вы нет. Я верю в русский народ, а вас он ужасает. Вы верите в честность капиталистов, а я нет. Вы решили построить чистенький, миленький, рождественский социализм. А я стою за диктатуру пролетариата. Диктатура, да, слово страшное, суровое, кровавое. Таких слов на ветер не бросают. Но иначе нельзя мечтать об электрификации. Социализм, коммунизм. История покажет, кто из нас прав. В то время, когда Ленин призывал историю в свидетели, над Киргизией только занимался свет новой жизни. Прошли годы. И в том, что киргизская интеллигенция показывает сейчас в Москве достижения своей культуры, и есть торжество ленинской правды. И вот они, сыны и дочери талантливого киргизского народа. Днем эта хрупкая женщина восхищалась изумительным мастерством русских умельцев. А вечером она пленила москвичей своим ярким талантом и удивительным обаянием. Сцена из балета Раутбергера «Чолпон». В роли волшебницы Айдай народная артистка Советского Союза Бибисара Бишоналиева очаровала сердца зрителей. Телевизионная камера раздвинула стены московских театров и концертных залов. Наше искусство смотрели миллионы москвичей, туляков, рязанцев.
концертном зале имени Чайковского поет заслуженная артистка Киргизской ССР Салима Бекмуратова. Народная песня «Баризат». В этот же вечер в театре имени Вахтангова шла героическая драма Касымалы Джандошева «Курманбек». Спектакль «Курманбек» посвящен герою киргизского эпоса, борцу за независимость своего народа. В ролях народная артистка киргизской ССР Бакен Кадыкеева и народный артист Союза ССР Муратбек Рыскулов, прославленные мастера киргизской сцены. Ишектен туылып, итке теленген балам. Унутпай жүргін, саға деген батамды есіңе салам. Оумиын, барекет башыңдан кетпесін, етегін толарсыңға жетпесін. Соқыңды мініп, соқпілегінде қамшыланып, ішеріңе тамақтаппай қуыраған сөйіктіген үрген. Оумиын, Аллаху Акбар. В этот же самый вечер москвичи познакомились и с киргизской артистической молодежью. Танцуют самые молодые солистки нашего балета сестры Рейна и Замира Чукоевы. Кто из этих зрителей, увлеченных красочным зрелищем, знает, что не было до революции у нашего народа профессионального танца, как не было и изобразительного искусства, Академия художеств Союза ССР. Президент Академии Борис Владимирович Иогансон, народный художник Союза ССР Сергей Герасимов сердечно поздравили художников Киргизстана с большими творческими успехами.
Народный художник Киргизской ССР Гапар Айтиев от имени своих товарищей поблагодарил мастеров Москвы за внимание и теплый прием. Открывает выставку министр культуры Союза ССР Михайлов. Право первым войти в залы выставки предоставляется индийским гостям. На выставке показано свыше 500 произведений живописи, графики и скульптуры. Картины виднейшего киргизского художника Гапара Айтиева. Полдень на Джейлоу. На винограднике. Главным героем киргизских художников является человек труда, наш современник. Портрет рабочего художника Стукошина. Портрет девушки Алтмыша Усубалиева. Литейщики художника Гальченко. Чабан Арлашина. Москвичи безошибочно узнают палитру этого замечательного мастера. Индийская сюита народного художника Киргизии, академика Семена Афанасьевича Чуйкова. Золотыми руками народных умельцев созданы эти неповторимые по своеобразию произведения искусства. Их можно увидеть в каждом аиле, в каждой юрте. Талантливые руки народа. Всего три струны у этого инструмента. Но как красочна его музыкальная выразительность, когда этих струн касаются вот такие руки. Камузистов известен далеко за пределами республики. Его помнят участники Всесоюзного всемирного фестиваля молодежи в Москве. Его тепло принимали посетители всемирной выставки в Брюсселе. Необычным для любителей спорта был яркий показ киргизских национальных игр на Манупадроме. Снег и холод не смогли помешать празднику. Собрались тысячи москвичей. Зрители и участники горячо приветствовали руководителей партии и правительства. Кыс-Кумай. Погоня за невестой. Сведения неудачливых женихов. Шутки с киргизской невестой плохи. О-Дарыш. Борьба всадников. Такое он видит в первый раз. Хороши киргизские кони. Живейший интерес к декаде проявили руководители партии и правительства. В конце праздника мы из гостей превратились в радушных хозяев.
Добро пожаловать, дорогие гости, в нашу киргизскую юрту. И снова вы слышите комуз. Не только в концертных залах, но и на многих столичных предприятиях встречались москвичи с участниками декады. Рабочие столичного электролампового завода по достоинству оценили виртуозность коммунистов. Мастер цеха Дина Назаренко даже решила переменить специальность. Ведь никогда не знаешь, где твое истинное призвание. Понятен наш зрительский интерес к этим телевизионным трубкам. Много было и творческих встреч. В союзе композиторов собрались музыкальные деятели Москвы и Фрунзе. Вано Мурадели, Дмитрий Кабалевский, Ирма Яунзем, Куттубаев, Тихон Хренников, Ферре, Еврай Туманов, Власов и многие другие. Декада стала ярким свидетельством творческой зрелости музыкальной культуры нашей республики. Наших артистов можно было встретить всюду. Разумеется, и на всесоюзной сельскохозяйственной выставке в павильоне Киргизии. Заканчивалось наше пребывание в Москве. Идет к концу рассказ о 10 незабываемых днях. Заключительный концерт декады. Откуда возникают эти волшебные по тембру звуки? Посмотрите внимательно на этих артистов. Они играют на темиркомузе. Простая стальная пластинка, но как певучее и изящное ее звучание. И рядом с народной мелодией чарующая музыка Листа. Заслуженная артистка республики Ирина Деркембаева поет романс «Как дух Лауры». Московским небом расцвел киргизский хлопок. Thank you.
Этот грациозный танец исполняет солистки балета, учащиеся хореографического училища и воспитанники Фрунзенской школы-интерната. И кто знает, может, среди этих старательно танцующих малышей находятся будущие Галины Улановы, Бибисары Бишеналиевы, Вахтанги Чебукьяни. Этой торжественной песней завершилась вторая декада киргизского искусства и литературы в Москве. Успех декады – яркая демонстрация культурного роста киргизского народа, зримое свидетельство самобытности, талантливости его искусства. В заключительном хоре участники декады славили мудрость коммунистической партии, ленинской национальной политики, открывшей бескрайние просторы для расцвета нашего любимого Киргизстана. Славили верных и сильных друзей все братские народы Великого Советского Союза. Воедино слились чувства всех. Братской дружбе слава! Нашей партии слава! Совет слава! Слава! Слава!